Попёрся. Иди, Иван, иди. Ой, ой. Только от меня уйди. Познакомились, паспорт показали друг другу. Теперь можно и поиграть. А, Даля. Затопчет. В своих объятиях. Ну еще, что? Она тебя обслюнявила всего. Да, это точно. Далеко. Еще больше не интересует его. Полина. Полина, отойди. Палыша есть верный, как он подскакивает сверху. Вот так вот, как мячик. Полина, отойди. О. Все. Давай, давай, стоп, помощи, помощи его. Так, так, стоп. Он по-большому захотел. Он по-большому сходит сейчас. Пошли скорее. Пошли вот туда. Все, все, у него. Игнатий Иванович. Все, вы смеетесь. По дороге. Потерял дорогу. Потерял, потерял, вон. Ученые собаки. Он когда на велосипеде с ним едешь, он резко как якорь встает и чуть с велосипеда не падает. Поросила народу, да? Вон, вон где колёшки. Вы нас наступите. Нет, сейчас? Брат, него... Вы сейчас чуть не наступили ее. Это надо убрать как-то лопатой. Лопату принеси, кто там? Это Полина. Иди за лопатой. Совкову лопату принеси с сарайки. Не раньше, не широкая. Позже его потянуло. А ей ничего не жалко, пожалуйста. Не вылежит. Вон, убираем его. Так, вот она, вот она. Потерял. Палочки какой-то. Только не ногой, не ру, ничего. Палочки сделай. Палочки. Сейчас шарик из щенков принесет. О, нет! Нет, нет, она по-легкому, по-легкому. Да. Ему тут теперь хватит этих парфюмерии. На месяц. Все. Он должен сейчас туда тоже добавить. Точно. Маля. Больше как он? Да еще. Это она расписалась, и он расписался. Туда? Да, да, брось там прям внутри. Ох ты, сама за лопатой полетела. Види, он прям точно попал. Глянь. Он какой бронспойт у него. Там лопата упала. Смотри, чтобы не придавило. Ну на, держи шарик, идите побегайте. Только не отпускай. Хорошо. Давай. Не давайте им перепутаться. Иди, держи крепче. Давай я тебя отсюда вот. Вот, подцепил, видишь, как вот, теперь вот сюда, вот руку. Далеко не надо, только в руке держи, а то руку отломит. Давай, иди. Давай, забирай его, поиграйте там, побегайте. Ну, пошел. Проська-то бросилась, туда ей платье не поспевает. Глянь. Красненькая такая, крылышки машет. В прошлом году у меня была из Канады Маша. Там с ним играла все. Нынче их нету. Не сподобил Господь. Папа!
А вот тут... Тихо, аккуратненько. Ты чего? Я удал. Отпусти меня. Отпусти, я держу. На. Побегай, ты шари. Ты маленький. Не дали, не дали, не застыли. Просто со мной погоняйтесь. Давай, дали, дали, дали. Ой, дали. Тихо, тихо, меня не шибите. Держи, Нестор, держи ее, держи. Прося, ну ты что, запнулась. А шарик у тебя спокойней, да, Шарик? Она меня арестовала. Прям за руку. Прося, Прося, держи его далее вот так. Хорошо. Доверяю второй раз тебе. Третий раз тоже доверяю, но проверяю. Доверяй, но проверяй. Ну, я сам бегаю. Давай, Прося, слово сначала. Шарик намного медленнее. Таня, ко мне! Ну, ты стоишь! Ну, куда ты срезаешься? Задержка. Нестор, земля-то сырая еще. Вставай давай. Вчера такой ливень был. Даля! Нестор! Ой, устал! А что ты мне говоришь, что тебе не испанство? Прям уже ливень вчера был. А теперь вы тоже самое. Все, бегать не могу. Старик! Давай, давай, давай. Ну, куда, давай, пиши. Свет покусанный. Доковылял домой. Даля, поводок. Бежим! Прося, ей надо поделать! Так же, как и Шарик! Ага! Какой по воздуху! Прося, ей надо поделать! Бегать в яблоко! Хорошо, да, Шарик. А то, как Шарик, это вот так будет! Шарик тоже решил поделать! Вот какая красота! Небес! Облака такие! Чудные дела Господа! Мне нравится здесь по Теряевке, можно небо рассматривать, насколько оно величественно. За поводок схватила. Там он осторожнее, машина едет. Прося, осторожно, машина он едет. Аккуратней. С дороги уйдите. Комарик плохой. Это дядя Андрей Устинов едет. Откуда у него газель? Это наша. Наша? Да. Тут-то знакомая. Благовещенская. Я благовещенская газель видела. Ой, Шарик. Близко к дороге не подходите, стойте здесь. А зачем ему наша газель? Он проверяет, ему надо будет встречать Владимира Юрьевича с детьми. 4 числа. Он ее проверяет? Да, проверяет. А на что он ее проверяет? Ну, чтоб ездила. То вдруг она не будет ездить дорогой. Не случится. Да, самый хороший способ заклеивать фонари скотчем. Он здесь, если ты его ищешь. Добрый день. Добрый день. Добрый день. А, добрый вечер. Вечер. Добрый вечер, один. Че, брат, ты загонять будешь? Да я не знаю, что. Гараж надо поставить. Идем кататься. Кататься? Дядя Андрей, прокати нас всех маленько. Приходи. Собачками. Давай на собачками. Давай, садись. Ура! Собачками. Аллилуйя! 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 А куда собака?
что, у нас же ураган-то ездил. Иди, Марина. Куда? Шофером открывай. Фрося, подожди, вот сюда вот иди. Ну. Шай, ты так, что? Ну два сидели, два. Шарик боится. Давай, это мы назвали белое лебедушко. А Шарик боится. Шарик боится, не хочет. Шарик, ну, она еще боится. Не годится так, Шарик. Шарик, пойдем. Садись. 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 Давай, залазь. Адалина, не бойся, мой. Потихоньку. Не бойся. Сама запрыгнула. Господи, благослови. Не торопясь. Меня интересует шлюз посмотреть, как прибывает вода. Шарик, не бойся, Шарик. Кому-то, говорит, наша машина колымага, а для меня белая лебедушка. Как сейчас помню, мы были в Австрии. Когда говорят, ни слова не балаболит. Мы не можем найти машину, ушли далеко, а потом из-за поворота вышли, а она среди машин стоит одна белая, возвышается, а остальные-то, ну, обыкновенные легковушки. Они вот заграничные, да, то другое. А были мы, где сервис, там столько их стоит поломанные. А то заграничные хвалились. Представь, мы на отечественные поехали. Вот так, рекомендуем, где мы едем. Вот они, собачки-то лежат наши. Да. Ну, да, Шарик хороший. Знаменитый Шарик. Храброе сердце. Ну, почти храброе. Здесь 4 человека, это норма, 7 человек. И почти тонна груза идет. Хорошая машина. У этой машины проходимость отличная, на 2 метра. Высокая посадка такая. Говорят, вот поперек дороги это лежащий полицейский, а у Игоря так проехали, а тут похороненные полицейские. Несколько раз трясет. Шарик, то вон какие глаза. Жарко. Слюняю. Он на машинах-то не ездил еще. Ну, поездит. Хороший Шарик. Когда я иду и лезу на эту. Поешь куда? Ещё, тут маленько дождик. Там может тоже им окно открыть, а то жарко для этих. А? Для этих жарко, надо окно, он там тоже приоткрыть. Это боязно. Значит, боязно. Я могу открыть. Ладно, ничего не трогайте. Вот. А, ну, мы вверх открыли. А? Вон открыл. Ага. Отлично. Языком-то у меня всего тут это. И какая собачка хорошая. Да умная, красивая. Это не то, что та больная была какая. Это бельгийская овчарка у них. Полетела, щерок. А можно посмотреть, как у нас вода там поднимается, нет со второго мостика. Я лезу, когда она выжрет, она голубятня, он криком кричит. А я слышу, не лазь, упадешь, не лазь, упадешь. Всегда выйдет из кабинки своей и кричит. Но молится. Шарик в глаза.
Это насквозь промочил. А у нас страх уже весь. Стресс будет собачий. Да, вообще я поражаюсь каждый день. Так, Володя-то, Андрюша, когда поедешь встречать, Володю возьми с собой. Послезавтра, в среду. Ну, как считал, 4:40 встанешь, а он тут подъедет. Заснимешь, как они выходят. А теперь как тебе? Не видно сверху будет? Вон полетел Щибис. Щебес полетел. У него и ребятишки здесь. Утка поднялась. Ну видишь, сколько меньше воды стало, намного. Да. Намного меньше. Ага. Что-то тут камни стали торчать. Ну ничего. Надо. Вот как покрасили-то мы красным, смотри тут. А когда это не успели? А тут какие-то бутылки валяются вон. Где? Вон. Две... Ну, тоже тут кто-то старался. Две бутылки. Тут не сворачивай, Андрюша, там на бугре развернешься. Здесь нехорошая земля. Я боюсь, чтобы не застряло. Ну да. Можно туда проехать. Ишь, сырую. Зачем тут туда? А там видно было. Сейчас вот поедете, там видно будет, где поворачивать. Смятая трава, смотрите. Подальше, подальше еще. Тут лишь траншея между двумя траншеями. Так, потихоньку. Потихоньку, потихоньку. Далеко. Далеко поворачивать надо. Вот он, во, проехали. А, вот. Чуть-чуть правее, да, вот. Да, потому что траншея с той, с другой стороны, а тут перешеек. Вот она, влево пошла. Все. Видишь, какие нарыты везде. Отобрали землю когда-то при колхозах. Вон, видно? Видно? Да, да, видно. А вон Потеряевка, батюшкин дом. Вон этого Иосифа и домик хороший видно. Вот у нее норма 7 человек здесь. И почти тонна груза. Ну, представь, мы были где, Владивосток или Лиссабон. А тихо вот Атлантического океана прошла. В Швеции поломались. Вот тут была нам награда. Какая-то шестеренка там передачи топлива полетела. Нигде не могли бы. А почему? Это, говорит, не нашего завода, а ульяновский. Насквозь промощен. Ты что делаешь, а? Успокойся. Вот коршун сидит. Да, у вас, конечно, не увидишь. Вот, смотри на дядю Андрея. Видишь, нет? Да, видишь. Ну, что такой язык-то распустил? Да, не руки все мне. Ну, все, тут остановись, и мы выйдем. Давай. Тут развернешься. Вот так. Нормально. Вот это вот не убирать. Это 30 сантиметров больше нет. И она по камням будет сходить, она не размоет даже.
Много воды. Да. Туда от рожек идет, на 400 метров заполнило. Там не очень пускали. А тут еще сделали. Это же тоже ровно было. Подкопали, а назад кому не положили. На каждую Чего дали меня не кусает? Ну не, он в воду сам-то не полезет. Да, тогда-то он сам прыгнул, я видел. Да? Да, он только подошел, бутык. Я побежал дальше. Особенно это, рыжка в кино еще дал вам помощь. Как форма была. Да, ну видите, везде, и на южном. Да. Прошел. Там весной гляжу, а вода это. Дырки под доску. Да. Мы шерстью просто забили. А что, земля мороженая была? Нестор, ты где туда встал? А вот теперь мы там делали, я сделал наоборот. Бруски опа. Сверху, а внизу опа. Просто слой опа. Шерстью положили, чтобы более плотно легло. Опа. Как думаешь, что она прыгнет? Ну, попробовать. Там будет видно. Можно ходить? Хорошо. Ох, как они здесь. А интересно, шарик там где? Да вон он, Саня! Ой, Саня! Да, ну, Саля, ко мне! Ко мне! Ко мне! Сидеть! Вот тут свобода им! Гуляй! Свобода! Пошел! Гуляй! Саля, сама не... Поля, сама не бегай! Тебя должен кто-то нести! Ладно, руками не машите! Цапнет! Я же говорю, цапнет! И никто меня не слушает. В прошлом году здесь можно было спокойно переходить озеро. А Шарик, уже нельзя. Все. Свободу дали. Шарик! 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 Одни уши торчат. Да, пойдем далее. Вот он как. Ну, разрыв сердца от радости может получиться. Ну что, все у нас получилось как хотели. Тут побывали. А ты не видел, как мы сделали на этом? На Рыжковском? Нет. Давай съездим. Ура, ура, сейчас съездим. Аллилуйя. Аллилуйя. Первую садись.